У меня не взлетает самолет, погоди. У меня не взлетает. Это очень опасно. Это очень опасно. На, держи. Я сейчас утону. Да в смысле? У меня не взлетает самолет. Какого хрена? Сильно поврежден. В смысле поврежден? Кто его сломал? Я его не ломал. Кто его сломал? Всем здорова, дорогие друзья, вы на домашнем канале Валерки, и у нас снова GTA 5. Ну что, продолжаем проходить за Тревором, мы познакомились в прошлой серии. Тревор, долбанные фашисты, я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы шпионите за мной. Чувак, у нас здесь что-то засел, короче, дружбан, у нас в хате с кусочком пончика или что это такое, розовая кокуля. Так, пивка можно глотнуть. Ронни! Привет, Тревор! Окей. Друзья, не забываем подписаться, короче, на канал, подписаться в группу ВКонтакте. Если вы постоянный зритель, да, то можете в комментариях написать, что я постоянный зритель, и я вас по желанию добавлю в группу ВКонтакте, беседу, короче, для постоянных зрителей. Вот. Вам стоит лишь только написать в комментах, да, я постоянный зритель, там, хочу... в сообщество, ну не сообщество, в беседу. Вот. Ну и поставить лайк, конечно, под этим видео. Также у нас на канале, по-моему, сколько? 938 или 937, короче, подписчиков. Если мы наберем, короче, с вами 1000 подписчиков, да, до 1000, ну 1000 подписчиков, там, или чуть более, ну короче, 1000 подписчиков, то я устрою какой-нибудь конкурс. Вот. Для вас что-нибудь разыграю, может быть это игра, может быть что-нибудь другое, короче, ну что-нибудь устрою. Вот, так что все зависит от вас, друзья. Итак, первым делом я хочу, короче, сделать внешний вид нашему Тревору. Вот здесь о чем у меня вообще по деньгам. А, ну вполне отлично. Сделать, короче, ему причесон, сделать ему бороду, наверное. Вот. Так, это здесь, да? Здесь стригут, эй! Здесь культяпки отстригают. Окей. Сейчас мы, короче, с вами что-нибудь замутим. Да, давай. Не знаю, что ты сказала, но давай. Не знаю, что ты там вякнула, но давай. Так, окей, прически, прически, кудри. Чем-то, знаешь, на это, на продиджи смахивает, нет? Так, длинные, это у нас ты как этот, как его зовут-то, блин, Джек Николсон. Вот такая вот неплохая, вот такую причесон, да, можно вот фигануть, короче, ему такой вот причесон и бороду. Будет вообще ништяк. У нас все брутальные чуваки, у всех бороды, короче, так что Тревору тоже сделаем бороду какую-нибудь. Либо бородку. Ну, думаю, маленькая ему не пойдет, что-нибудь. Ну нет, такое нет тоже. О, во! Смотри, просто во. Отлично. Самый настоящий деревенский мужик, короче, просто, знаешь, вырос в Сан-Андреасе. Сам такой вообще просто. Брутал-брутал. Вот. Да, придем. Не ссы, придем. Окей. Так. Дальше, я думаю, можно будет сделать, короче, тачку немножко, да, из нашего пикапчика сделать какую-нибудь такую крутую машину. И, наверное, смотри, тут есть, короче, татуировки, можно татуировочку зафигачить просто какую-нибудь. В принципе, недалеко, давай сгоняем, попробуем. Сейчас набьем татуху. Все как положено, короче, сделаем. Окей, погнали. Я думаю, может, я не знаю, приодеться. Хотя фиг узнать. Вас приветствует Алама Тату. Thank you very much. А что, он не заплатил или платят вперед?
Давай мне что-нибудь набей, короче. Труселя такие вообще. Я шизею. Я шизею. Так, туловище. Давай на туловище посмотрим, что у нас там. Опа, смотри. Вот неплохая, да, такая. А, черепа и роза. Тоже неплохо. О, китайский дракон. Хорошечно. Я уже хочу китайского дракона набить. Дальше что-то какая-то муть. Дьявольские соски, крест. Смотри, вот здесь можно крест. А, клоун. Давай вот здесь, короче, мы фиганем крест. Да. Вот так, крест. А сзади, короче, мы фиганем китайского дракона, да? Смотри, прикольно. Просто. По пятихаточке. Так, ладно. А, дальше левая рука. А, вон внизу. Внизу. А, смотри. Майкл Тауни, да, это... Он сделал, короче, татуировку в честь своего друга, которого типа похоронили. Типа похоронили. Так. А, дракон и кинжал, давай. Будет у нас вот такой, типа, вообще... Стиль. Ну и с драконами. Так, это что у нас? Это у нас вот эта вот рука, да? Пылающий череп. Так, не то, кинжал, трайбл. В принципе, можно вот это сделать, и вот мне нравится пылающий череп. Давай вот так вот. Так, левая нога. Сейчас забью его против полностью. Череп, смерть с косой. И череп со змеей. Давай череп со змеей. Правая нога. Да правую ногу-то мне выбери. Так. Ганса. Свобода, короче. Пылающий скорпион, смотри. А это что у нас? А, love to head. Love to head. Пылающий скорпион. Давай на заднице пылающий скорпион сделаем. Хорошо. Ну, можно, в принципе, еще и вот эту вот сюда вот фигануть. Как бы. Немножко пересекаются, ну ладно, нормально. Короче, забились по полностью. Спасибо, чувак. Знато так потратился, короче, на эти... на татушки. Так, ну теперь можно сгонять, короче, я не знаю, что у нас, где. Смотри, вот здесь вот есть и тачку сделать. И приодеться, короче, как раз. Погнали. И если останется время, то с вами сгоняем какую-нибудь задание выполним. Так. С дороги. Фу. С дороги, фу. Погнали. Вы говорили, у Тревора, короче, музыка, там такой металл фигачит. Я за кадром включал, просто так послушать. Да, прикольная музычка, но, увы и ах, то, что... Ну, пришлось выключить. Потому что... АП и АП там всякие все дела, короче. Вот. А так бы было прикольно, да, так под метальчик погонять. Ау! Да ну нафиг, я же не так сильно-то врезался, ты чё вылетел-то? Слышь? Твою мать. Нифига у меня сразу ХП снесло. Ты живая? Ты как? Или ты кто? А, ты мужик. Сори. Ты живой? Я думаю, оклемается. Я думаю, оклемается. Ну, короче. Хотя, с другой стороны, пофиг. Это же Тревор. Это же Тревор. Ему, наверное, на все насрать. Блин, я же не с такой большой скоростью ехал, почему я вылетел? Видать, был не пристегнут. Ну и хрен с ним, в принципе. Вылетел и вылетел. Подумаешь. Жопу ободрал об асфальт. Так, куда? Сюда? А, стой, там дальше. Там дальше. Вот сюда вот заезжаем сейчас. Открывай ворота. Дядя Тревор приехал. Окей, ремонт, смотри, можно отремонтировать. Я отремонтировал? Я отремонтировал. Окей. А, усиление брони нормально. Сразу 60 ставим.
Что у нас с тормозами? По тормозам, по тормозам. Давай, вот это бампера. Передние бампера. Так. О, зачем я купил? А, ну в принципе вот этот прикольный бампер. Задний бампер. Что у нас с задним бампером творится? Нормально, давай вот такой. Так, что у нас за шасси? Шасси это у нас, наверное... А, понятно. Давай вот такие, мне нравятся. А, двигатель. Сейчас муск... помощнее сделаем тачку. О, прям звук сразу какой, да? Так, стальное крыло. Окей. Карбоновый, давай карбоновый. Карбон это круто. Карбон прикольно. Так, решетка. Тоже такую сделаем. Капот. А, такой у нас... О, давай карбоновый капот. Хорошо, просто круто. Клаксон, в принципе, нафиг не нужен. А, неоновые фары, хорошо. Давай неоновые. Расположение неоновых трубок. Передние, задние. По бокам, давай по бокам. Вот, цвет неона, наверное, сделаем. Пускай будет, не знаю. А, давай красный. Пускай будет красный. Так, ладно, номера. А что с номерами? Что у нас с номерами? Погоди, синий на белом, желтый на черном. Да, вот это давай, желтый на черном. Так, окраска, смотри, окраска машины. Основной цвет. Хромированный, классический, матовый. Металлик. Давай металлик. Металлик, о, о. Антрацит. Черная сталь. Серебро. Не-не-не, давай. Вот либо графит, либо антрацит. Давай графит, он больше карбоновым подходит. Ну, карбоновый слишком темный. Давай вот этот. Хорошо. Просто шикарно. А можно винил какой-нибудь? Каркас безопасности, смотри. Опа. Опа, 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 опа. Еще и с рогами, смотри. Охрененно. Вот такую тему мы сейчас запупеним. Трансмиссия. Гоночная ставим. Нормально. Турбонаддув. Гоночный ставим. Крутяк. Колеса. Что у нас с колесами? Шины. А, погоди, колеса. Внедорожник. Внедорожник. Фигачим внедорожник. Давай. Мне вот нравится почему-то всегда, знаешь, вот какого-нибудь... Нет. Там закрытые. Вот что-то вот такого типа мне нравится. И... Погоди, типа вот такого что-то еще. Давай вот так вот оставим. Цвет колес. Пускай будет угольно-черный. А, шины, в смысле шины улучшенные, шины, дизайн шины. А, заказные покрышки, да, пускай будут заказные, крутые подмышки. А, пулестойкие подмышки. Черный дым пускай будет. Так, и стекла осталось. Стекла, слабое затенение. Ну, нормально. За сильные затенения штрафуют. Ну, в GTA навряд ли, а так да. Окей. Погнали. Смотри, какую мы тачу сделали. Просто ништяк. Просто ништяк. Ну что, теперь приодеться и отправиться... Ну, я не знаю, колеса бы я сделал, не знаю, побольше, знаешь, размером побольше, чисто как внедорожник такие. Заткнись нахрен там. Так, это что у нас? Какая-то букмекерская контора, что ли? Нет, мне сюда не надо. Мне сюда не надо. Мне нужно приодеться. Это что? Алло? В смысле алло? Идешь ты нахер своим. Алло. Так, а где одежда-то? Здесь была одежда. О, вот хорошо. Ну здорово. Сейчас мы приоденемся. Здорово. Так. Чё у нас? Я хочу какой-нибудь костюмчик, знаешь. Что за прикиды? О, ты смотри, какие прикиды. Смотри, какие прикиды. О! Нихерово, да, так? Нормуль.
Такой, типа, знаешь, обезумевший джентльмен. Так, давай вот это возьмем. Так, а что еще есть? Футболки. Ну, футболка, кстати, ничего. О, смотри, типа крутая рокерская футболка. Так, ладно. Давай, допустим. Не, ладно, нормально. Вот такой прикидон, и все будет ништяк. Можно еще очечки. Очечки можно купить, да? Что у нас из очков? Нет, 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 нет. Сама ты сокс. Ты в полном сокс, детка. Ну слушай. Какие-нибудь такие, знаешь, мы бы на какие-нибудь пилоты, наверное, тоже пошли. Ну, черные здесь не катит. Нет, это вообще как-то дичь. Не, нахрен эти очки, короче, без очков, нормально. Понятно? Ты полный сокс, детка. Окей. Все, погнали. Теперь можно, в принципе, погнать. Выполнять задание. Да что я везде врезаюсь-то? Всякие столбы и всякую... Всякую такую дичь. Так, окей, что у нас по заданиям? А, это, я понимаю, какое-то основное задание. А, вот еще, смотри, тут задание. И есть еще... чудаки и незнакомцы. Давай в чудаки и незнакомцы загоняем. Прям интересно, вот такие вот чудаки из незнакомца, они там бывают такие прикольные всякие штуки. Стой! Куда ты? Я хотел тебя обрулить, а ты? А ты? А ты? Все, погнали. Чудаки и незнакомцы. Смотри, даже прям вот такой дерзкий, угрожающий вид, короче, у машины. Знаешь, у костюмчик можно было, блин... другого цвета, в принципе. Вот так, точно такой же костюмчик, только другого цвета. Допустим, черного, да, цвета. Было прикольно. Я думаю. Было бы прикольно. Ну, в принципе, и такой сойдет. Заметили, да, в Сан-Андреасе, в принципе, текстуры не пропадают. Ну, как бы так вот, не пропадают. Ой, ё, во что я там врезался? В камень, что ли? Который появился передо мной прям. Что ты там сказала? У меня все отлично. У меня все нормально. Было, все так было задумано. Не, неоновый цвет можно было, кстати, поменять. Не на красный, а на какой-нибудь, не знаю, там, другой. Что-то он как-то хреново смотрится, да, красный цвет? Так, уйди с дороги. Трасса, блин. На то и трасса, чтобы... Что там? Трасса на то и трасса, чтобы, блин, разгоняться, а не плестись, как черепаха, понятно? Едет там спокойно по трассе, блин. Я, понимаете, тут несусь, а он тут едет по трассе, блин. Спокойно. Чё у меня там колесо? У меня что-то колесо как-то не понравилось, как сейчас завернуло. Ладно, нормально. Эй, чувак! Я к тебе приехал. А, чувиха? Это баба? А вот и ты, красавчик. Привет, мод. Как дела? О, просто чудесно. А у тебя? Примерно так же. Между великолепно и шикарно. В этом мире полно подонков и отбросов. Каждому из нас приходится нести свою долю. С этим не поспоришь. Возьмешь этого беднягу? Он в бегах, отчаявшийся, одинокий. Он начинает понимать, что такое истинное страдание. И все из-за пары тысяч баксов. Ты не мог бы найти его для меня? О, у каждого из нас есть какой-нибудь дар, мод. Неумолимое отправление правосудия. Но это мой дар. Именно за это я тебя люблю, Тревор. Я перешлю тебе его дело. Мысли, мы будем кого-то искать. Покиньте сектор. Ну окей, сейчас покинем.
Сейчас покинем. Теперь вам доступно задание по поиску сбежавших обвиняемых, освобожденных под залог. Тревор будет получать от МОД электронные письма с подробностями каждого дела. Понятно. А, понятно. Это, короче, не вот такое вот разовое задание, да, придется как бы ждать писем. Окей, ладно, я понял. Погнали, короче, вот сюда. Погнали к Тревору. У него здесь вон появилось задание. Пока времечко есть еще, значит, успеем что-нибудь натворить. Погнали. Эй, йо. Эй, йо. Так что, блин, Тревор сам, знаешь, такой негодяй, да, такой психанутый чувак, короче, и будет отлавливать грабители или кого там. Так, ладно. Мы приехали. Эй, мы приехали. Скорее сюда, босс. Они здесь тебя ждали? Здесь? Тебя? Кто здесь был? Эти байкеры. После того, как ты убил Джонни Ки, и они портят мою собственность, да? Грабят мой дом, терзают мою душу. Ты глянь на эту статую бессильной злобы. Она была в миллион раз ценнее, чем какой-то дам Джонни Ки. Они ее раздолбали. Эти жалкие бритоголовые неудачники с кризисом среднего возраста. Эти уроды в пидорских кожанках. Они уроды, Тревор. Они уроды в кожанках. Wait, Майкл чертов Таунли. Жена стерва, твои детей, 45 лет, нашел его? Лос-Сантос большой город, Тревор. Там много народу живет. А тебя толку ни хрена. А? Выясни, кто совершил это сраное ограбление, ладно? И живет ли там Майкл Таунли? Или кто-то подходящий под его описание? Я закопаю тебя и твоего кузена. Я понятно выражаюсь? Да, Тревор. Спасибо, Уэйд. А теперь улыбнись. Да, так, намного лучше. Ну, вали. Ну что, Рон, не пора ли нам? Поверить не могу, что они разбили мою статую бессильной слобы. Какая наглость, а? Какая охренительная наглость. Мне надо заскочить вам вниз. Езжай на аэродром в Сент-Шорс. Окей, так. В амуницию, да? Ладно. Будем мстить за любимую игрушку Тревора. Вообще охрененно такой. В таком костюмчике и на квадроцикле. Опа, проехал поворот. Заболтался. Окей. Прием, прием. Я у тебя в заднице устрою прием, когда поймаю. Что ты хочешь купить? Купить ничего, мне нужна снайперская винтовка с прицелом помощнее. Я тебя в задницу устрою, прием. Жесть. Тревор, короче, жгет просто. Мелвин, что ты думаешь о синергии брендов? TFI Industries, амунация. Отлично, я беру в подарок мощную винтовку с прицелом и глушителем. Бери, что хочешь, Тревор. Еще одного пожара мне не выдержать. Возьмите глушитель и улучшенный прицел для снайперской винтовки. Хрена, он такой, просто его все боятся. Его просто все боятся. Охренеть. Так, еще и бесплатно, смотри. Снайперская винтовка, да? Давай. Снайперскую винтовку, смотри, бесплатно. Патронов сразу напокупаем. Что было? Давай, пятихаточка нормальная. Глушитель есть, это все есть, да? Понятно. Вот все куплено, да? Все куплено. Улучшенный прицел я еще поставил. Хорошо. Нормально. Отлично. Садитесь на квадроцикл. Ну, погнали. Короче, опа, броник. Давай броник еще возьмем. Тут какой-то самый сверхтяжелый, самый, наверное, самый крутой, да?
Наверное, защищает дольше. There you go. Спасибо, чувак. Так, ладно. Направляйтесь к Рону. Ну, поехали. Рон! Рон, я достал винтовку. Жди меня у водонапорной башни к северной полосы. Понял, Тревор. Но будь осторожней, там же везде байкеры. Еще бы. Опа. Я, как всегда, вообще водила от бога, блин. Ладно, погнали. Мы дождемся до момента и позаимствуем этих пташек. Серьезно? Да, серьезно. Я буду на напорной башне, босс. Ща, я еду. Я еду. Неудобное управление на этом квадроцикле, конечно. Если честно. Я наверху, я не вижу товар, но вижу целую прорву байкеров. Товар еще не прибыл. Сейчас поднимусь. Тревор, я на вышке. Да я понял, что ты на вышке, слышь? Выжди момент, когда ты сможешь пробраться туда без лишнего шума. Дальше прикинешь, как доползти до цистерны с топливом и взорвать ее. Правда? Лезь дальше, босс. А мне здесь в самый раз. Окей. Лезем дальше. Ждем. Немножко кофейку. Хорошо, рассиживаться. А, хорошо рассиживаться, давай выход. Если тебя будет грызть сомнения, вспоминая о том, что я наблюдаю за тобой в прицел мощной снайперской винтовки. Да, Тревор, хорошо, я понял. Успокойся. Так, ладно. Дальше на квадроцикле нельзя, остановись и не попадайся им на глаза. Ты меня видишь, Тревор? Ты меня видишь? Да вижу, вижу. Рон, ты не поверишь, у одного из этих пидоров как будто припадок случился. Это я, не стреляй. Тогда не шевелись. Шевелюсь, но ты меня прикрывай, ладно? А, тогда шевелись, он сказал. Короче, сейчас смотри, 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 что покажем, короче. Просто мастерство снайпера. Хитман нервно курит в сторонке. Вижу охранника перед лестницей у диспетчерской вышки. Уничтожь байкеров. Так, у диспетчерской вышки. Охранника у диспетчерской вышки. Погоди. Где? Я не... А, во, вижу. Вон там, видишь, этого парня, Тревор. Да, я вижу. А как... Парня? Какого парня? Вот этого не видишь? Да вижу. Мое зрение меня подводит. Очень не вовремя. Парень, говоришь? Тревор, стреляй, я прошу. Отлично, Тревор. Отлично. Пожустрее, Ронни. Повышай свой показатель вы, чтобы прицел снайперской винтовки дрожал меньше. Слышишь, кто-то едет. А они найдут тело. Может, его не заметят, если ты перебьешь все огни на вышке. Так, огни на вышке. Вот это, что ли? Раз. Два. Три. Свет ты погасил, хорошо. Подожди. Не убивай водителя, пока фигура не остановится. Окей, ладно. Он один, водитель один, погоди. Да? Или там в фургоне внутри кто-то сидят еще? Не стреляй, нужно выяснить, что он задумал. Да ладно. По-моему, он звонит убитому. Можешь пустить его в расход. Чпок. Отлично. Видел бы ты его рожу. А я не успел разглядеть. Чего, какой-то с вышки, сними его. С вышки. Отлично. Еще один. Еще один. Да чтоб вас. Сколько вас? У этой вышки. Там что, снизу еще кто-то? Нет? Вот пуля пролетела и ага. Пуля пролетела и ага. Не пускай меня из виду, Трэп, мне страшно. А где ты, придурок? А, вон. Я тобой слежу, так что беги в топливную баку. Не могу, кто-то выходит из здания. Я слышу шаги у дальней двери. Так, из здания. Погоди, из какого здания? А, вон. Оказывается, у него был напарник, как раз выходит. Отлично, Тревор. Да я просто мастер. Я мастер стрелять с винтовки.
Снайпер еще тот. Прикрепляю. Не дай им подобраться ко мне, ладно? Ни в коем случае не за один баг. Очень тебя прошу. Оп. Как гром среди... Ты слышишь? Вертолет. Берегись. В смысле вертолет? Всегда ненавидел этот вертолет. Нахрена он вам, байкеры? Просто четко, просто четко. Не зря я в Припяти, короче, мучился в этом. Call of Duty, Modern Warfare. Помогите Роду зачистить взлетную полосу. Погнали. Ну, урон. Сейчас все будет огонь. План не сработал. В смысле? Так, оружие, хорошо. Нет, мне нужно вот так вот что-то поскорострельнее, да? Так, а здесь есть... Вон там, в ангаре, самолет. Да пош... Все, сраку подстрелил. Да, готовы, готовы. Что там выглядываешь? Эй. Хорошо. Там еще кто-то, что ли? Блин. Там ты, мадафакер. Опа, вон аптечка. Хорошо. Погоди, а мне нужно, короче, этот, да, самолет, что ли, забрать? Я так понял. What the fuck? Я тебе сейчас такой what the fuck, motherfuck покажу. Кто, блин? Ты как там наверху очутился? Кто наложил штан... Блин. Стоп, 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 стоп. Погоди, а как я забыл? Ты че убрал? А как... Это... Вот самолет. Кто откуда стреляет? Во. Ты еще не умер, что ли? Нифига. Я ему, короче, выстрелил несколько раз. С ружья. Мри. Так, погоди, их трое. Аптечка. Хорошо. Готов. Такой, ни хрена себе. Приармянился тут. Окей. Давай, 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 давай. Самолет забит ящиками, Тревер, как ты и говорил. О, смотри, бесконечные патроны. Хорошо. Бесконечные патроны мы любим. Погнали. Ща будем рубить. Это прям просто такой экшон. О, матфака. Гая, прям просто как крутой, смотри. Так вот переваливай, смотри. Right now, baby, baby, right now, baby, baby. Как там песня-то, да? Погнали. Ловите, ловите. Кто откуда, ловите. Всем, всем. Всем раздам, всем раздам. Там второй самолет, кстати. Блин, погоди. А кто откуда стреляет еще? Я же всех убил. Нет? Не всех убил. Ты еще живой? Уже нет. Хорош там таранить, вертолет. Черт! Эй, пузаны, это место свободно? Пузан? Думаю, для одного пассажира места хватит. Так, погоди, чтобы набрать скорость, чтобы притормозить. Полетели. Пять, чтобы взлететь. Эй, Тревер, у тебя на крыле байкер. Я понял. Давай. Ни хрена себе. Я, кстати, не... Управление. Охренеть, управление. Я, короче, никогда не любил управление... Управление вертолет. Опа. Управление, короче, самолетами и вертолетами всякими в GTA. Оно настолько неудобно просто. Я вот не знаю, я никак не могу к нему привыкнуть. Вот. Вот так вот.
armaments and narcotic sectors for some time. And that kind of requires... Так, у каждого пассажира свой набор навыков, Тревор управляет самолетом лучше, чем Майкл и Франклин. А, вот так, да, даже? Блин, меня куда-то несет, короче, смотри, куда-то к воде. Почему так? Мне сломали, короче, эту, что ли? Крыло или что? У меня самолет постоянно вниз куда-то опускается. Не летит прямо. Приходится вверх постоянно, видишь? Вверх, вверх, вверх. Что-то, короче, повредил мне этот байкер. Ну понятно, я, получается, чисто обучалку сделал. Взлететь мы взлетели, короче, а как приземляться, я не знаю. Смогу ли я вообще приземлиться? Потому что я нифига не Ягубович. Вот так круто летать на самолетах. Кто-то с моря сигналит, по-моему, это они. Подтверждаю, сбрасываю груз. Куда? Говорит, кто-то сигналит. Я не вижу. А где сигналы? Почему у меня нет сигнала? Прямо по курсу Форт Занкуда. Если будем лететь низко, радары нас засекут. А, низко не засекут. Понятно, надо низко лететь. Летим низко. Летите на минимальной высоте, чтобы военные вас не обнаружили. Понятно, я понял. Летим. Еще туманище такое, ни хрена не видно просто, да? А, вон, вот этот дым, короче, это и есть сигнал, что ли, получается? Я понял. Да блин, у меня просто самолет падает. Он не летит нормально, он падает. А, он сам сбросит. А, ни хрена, не сам не сбрасывает. Погоди, погоди, куда ты? В смысле? Сбросьте груз. А как я сброшу-то? Он сам сбросит. А чё? У меня не взлетает самолет, погоди. У меня не взлетает. Это очень опасно. Это очень опасно. На, держи. Я сейчас утону. Да в смысле? У меня не взлетает самолет. Какого хрена? Сильно поврежден. В смысле поврежден? Кто его сломал? Я его не ломал. Кто его сломал? Чё за бред-то? Доставка груза прошла успешно, Руна. Теперь запомни. Если окажется, как на взлетке раньше меня, я выпотрошу тебя. На взлетке раньше меня. Обгоните Рона по пути по взлетной. Вот. Погоди. У меня, смотри, целый самолет. Кстати, видел, да? Значит, засчитали выполненное задание, потому что видишь, что сразу продолжение началось. У меня самолет вот не поврежден. Почему он? Почему он снижается все равно? Ты смотри, видишь? Он все равно снижается. Не могу понять. В чем прикол? Оружие едет в Мексику. Да, Мексику. Парень на судне Оскар Гусман. Если есть спрос, можно расширить бизнес. Думаешь, мне это не пришло в голову? Мы могли бы выкупить бизнес Оскара, но оставь стратегию мне, Рон. Извини, что спрашиваю, но твой партнер хорошо платит за такие поставки. Потому что мне нужно платить адвокату за развод и судебные издержки. Да, он платит хорошо, лучше, чем любой другой в этой странной стране. Я рад это слышать. Ну, конкретные доли мы обсудим, когда приземлимся. Идет? Идет, Ти. Ну, короче, вот как-то так вот получилось. Я вот не понял фишки, почему у меня самолет не стал... Ну, очень сильно опустился к воде, короче, и не смог взлететь. Типа говорит, лети низко, чтобы военные тебя не засекли. И тоже лети низко, чтобы... Погоди, сфокусироваться. Охренеть. Мне еще садиться сейчас надо. Лети низко, короче, чтобы... Г. Выпустить шасси.
Так, ладно, 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 приземляемся, приземляемся. Стой, 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 стой. Я сейчас. Дерево, дерево. Нет, нет, стой, стой. Отлично, хорошо. Опа. Неплохо, смотри. Видишь, ты же, ты победил, ты лучший, без сомнения. Что-то разбил, короче, ну ладно. Видал, видал, видал. А, пока вы находитесь в цели, поворачивайте самолет. Понятно, загоните самолет в ангар. Че, в ангар, смотри, надо загонять. Ну ладно. Окей, сейчас загоним. Все, отлично, отлично. Думаю, мы достойно отомстили за свою статую бессильной злобы. Это была понтовая статуя Треф. Понтовая фигура из дешевого пластика. Но духовную ценность деньгами не измеришь. Это я к тому, что, может, ты хочешь отказаться от своей доли? Чтобы это облегчить мои, что там, хочу? То есть, да, конечно, хочу. Ладно, хватит об этом, Рон. У нас еще много заказов. Тем, кто живет к югу от Большого Забора, больше всего нужны стволы. Тревор Филлипс Индустриз. Профессионалы. Административные инновации. Победители. Все так. А теперь уйди. Я буду медитировать. Или мастурбировать. Или все сразу. Жесть, короче, Тревор вообще огонь. Тревор огонь просто. Так, имущество, которое можно купить, отмечено значком. После покупки оно изменит свой цвет. Окей. Можно ангар с самолетом купить. Можете приобрести другую недвижимость, например, гаражи, которые можно хранить большое количество транспортных средств. Понятно. Приобретенная коммерческая недвижимость будет приносить вам еженедельный доход. Чтобы увеличить поступающий капитал, необходимо выполнить задания, связанные с менеджментом. Некоторые имущества можно купить, играя только за определенных персонажей. Угу. Ясно. Купив этот ангар, вы сможете перевозить контрабанду для Оскара. Короче, это вот все то, что вы мне говорили в комментах на, под прошлыми сериями, типа, про покупку имущества и т.д. и т.п. Ни хрена себе, 62 тысячи. Охрененно. Просто охрененно. А, привет, Тревор. Мне сообщили, что этот негодяй... Ух ты, у меня 7 сообщений. Охренеть. Иди. Привет, Тревор. Мне сообщили, что этот негодяй прячется на дне карьеры. Буду глядеть в оба. Говорят, что этот скользкий тип. И когда он увидит тебя, он наверняка побежит. Так. Ральф Островский, понятно. Последнее известное местонахождение. Да ладно, мне еще на карте надо будет искать вот это, именно вот это местонахождение. Блин, я же плохо ориентируюсь по карте. Ну ладно, попробуем как-нибудь. Усан, гонка по бездорожью. Понятно. Так, новое поступление оружия, новое поступление запчастей. Так, оружие опять в продаже, лагерь альтуристов. Привет, Тревор, только что познакомился с ребятами из культа альтуристов. У них лагерь. Тут в горах обещают заплатить, если ты приведешь к ним страждущих, которых надо спасти. Похоже на легкий заработок. Они говорят, что просто хотят пригласить кого-нибудь на ужин. Рон. Понятно. Так, ответить нельзя, да? Так, и все, да, получается. А, нет, вот еще. Привет, Тревор, это Брэд из тюрьмы. Тревор, надеюсь, ты в порядке. Давно тебе не писал. Охрана говорит, что скоро мне не разрешат свидание. Если я буду хорошо себя вести, надеюсь, ты ни во что не влип. Ну или решил сдаться властям. В тюрьме неплохо. На самом деле тебе здесь понравится. Я скучаю по Майку, но сейчас ему уже хорошо. Спасибо, что спросил, но бойфренда у меня нет. В тюрьме такого не бывает. Разве что ты сам этого не захочешь, Брэд. Ты не поверишь, но Майк жив и живет в Лос-Сантосе. Видел по телеку. Вот так. Короче, ну и вот на этой ноте мы с вами... Блин. Что они там все? Привет, Тревор. Оплата Оскара за оружие была переведена. Аэродром пропащих пустует. Ты их всех перебил. Думаю, теперь это собственность Тревор Филлипс Энтерпрайз. Взгляни туда, проверь, что и как. Окей, спасибо, Рон. Окей, вот на этой ноте... Да что, блин? Амуниция. Короче, похрен. На этой ноте мы с вами закончим, друзья. Пускай у нас Тревор медитирует и мастурбирует. И все вместе, и все сразу. Вот. Ну, а мы продолжим уже
на следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Твиттер, ТикТок, Инстаграм, там, короче, на все ссылки, то, что у меня есть. Вот. Про беседу я уже сказал в начале видео, так что если кому интересно, пишите, да, я в комментах, да, я постоянный подписчик, ну, постоянный зритель, постоянный подписчик, да, и хочу в беседу, вот. И набираем 1000 зрителей, 1000 подписчиков, и тогда я устрою конкурс. Все от ваших сил, друзья. С вами был Валерий, всем пока.